Ну что ж, вы готовы увидеть концовку полицейского Гренни? Гренни стала полицейским и притворяется им. На счет три. Раз, два, три, вперед! Нет! Один лайк, минус один преступник. Поставь лайк прямо сейчас, и в мире будет на одного преступника меньше. Всем привет, друзья! С вами Игрок Адор, и как вы видите, я вызвал полицию, чтобы полиция арестовала бабку Гренни. Давайте посмотрим, где эта полиция. А, да, наконец-таки мы спокойно сможем сбежать отсюда. Я вызвал полицию. Полиция, полиция! Спасите меня! Полиция! Тут бабка меня держит! А, чё? А ты кто такой? Блин, чё? Бабушка превратилась в полицию? Она сожрала полицейского и стала сама полицейским. Что? Это что, да? Тебе никто не поможет? Я настоящий полицейский. Ты что, хотел сбежать? Не-не-не, бабушка. Прости, я... Где полицейский? Я же вызвал его. Что происходит? Тебе никто не поможет. Иди сюда, я тебя арестую. Ну, внучок, не бойся. Ну что с тобой? Насколько я понял, бабка сожрала полицейского. И она сама превратилась в полицейского. Нам нужно теперь сбежать отсюда. Она сделала ремонт в своем домике. Короче, ищем мы все предметы, чтобы сбежать через дверь. Офигеть, это машина полицейского, которого она сожрала. Блин, вот мне жалко его, честно. Внутри ничего нету? Нету? Давайте посмотрим, что у нас тут. Угу, у нас тут есть дробовик, мы можем собрать его. Давайте откроем занавеску. Блин, полицейский, нет, нет. Мы не сможем выехать отсюда. А давайте пойдем к дворику. Может быть, там какой-то будет выход. Давайте посмотрим, что вообще там происходит в этом дворике. Может, там полицейский? Куда она его закопала, блин? Так, у нас тут шестеренка. Ух ты! Это же обои с этого Бенди. Машин, точно! Вот это да, теперь бабушка арестует всех. Она захватила всех внучат и под предлогом то, что она полицейский, всех пугает. Чё? Чё ты сказал? Иди сюда. Я шериф. Шериф этого... этой местности. Эй, внучок. Эй. Ну иди сюда, я тебе наручники одену. Не надо мне ничего одевать. Пошла вон, слышишь? Капкан поставила? Нет! Нет! День 2. Смотрите, какая одежда у бабки Гренни. Она забрала одежду у полицейского. Так, нам нужно срочно убегать из этого домика, потому что бабка, нам нужно призвать помощь, чтобы еще один полицейский, либо отряд полицейских приехали, чтобы ее арестовали до конца. Так, у нас тут сейф-кей. Смотрите, какие она обои поставила. Пистолет, граната, револьер, офигеть. Блин, ну вот эта бабка сделала ремонт. Открываем мы наш сейф. У нас тут выпин-кей. Идемте возьмем наш арбалет. Внучок, не беспокойся. Я полицейский. Я пришла тебя спасти. Ну, иди сюда. Так. Пошла вон. О, боже мой. Это реально под предлогом полицейского ходит. Короче, ее нужно срочно арестовать. Потому что она сожрала полицейского. Ладно, не время ныть. Сейчас мы усыпим эту бабку. Хи! Супер! Ну что, полицейский, что ты сделаешь, а? Давай, давай, что ты сделаешь? О, блин, пошла вон. Блин, хотела поцеловаться со мной. Ты бабка-проказница, блин. Так, мы берем арбалет, идем здесь сюда, а выстрелим вот сюда. Нет! Давайте посмотрим, что полицейский бабка хранит у себя в маленьком шкафчике. В тайном, потайном месте. Так, идем. Ну да, в принципе, такие обои прикольные. Она поставила, да, но не тут-то было, я сбегу отсюда. Бабка, если ты думаешь, что я не сбегу? Нет, я еще больше полицейских призову сюда, и ты будешь потом плакать. Я тебя арестую. Окей, давайте поднимем колодец, а там будет наш любимый молоток.
Заметьте, Грэнни медсестра и Грэнни полицейские, они одинаковые, поэтому это одна и та же бабка. У них одни и те же движения, одни и те же предметы в одних и тех же местах. Жесть. Смотрите, бибика, пистолет, получается, это значок полицейского, сам полицейский. Офигеть, эти, конечно, обои очень жесткие. Так, мы идем на третий этаж. Смотрите, тоже обои какие-то странные. Так, давайте разломаем эти планки, поставим сюда и вот так вот сделаем. И заберем тут наши плоскогубцы. Найс. Заодно мы обрежем эту штуку. Дверь закройся. Ах ты бабка, блин. Она закрыла меня. Она в тюрьме меня закрыла. Смотрите, это реально решетка. Типа как обезьянник. Она меня тут закрыла. Открой, бабка. Нет, не тут-то было. Я сам справлюсь с этой проблемой. Так, идемте сюда. Тихо. Бабушки тут нет. Кстати, давайте мы это бросим. Вот это вот. Сюда. Давай, 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 упади. Так, забираем мои плоскогубцы. Идемте вниз. Где бабка? Блин, этот полицейский очень страшный. Он ходит за мной, он хочет меня арестовать. Бабка, успокойся. Да, кто там ходит? Ходите сюда, я вас арестую. Уже на дворе 3 часа ночи, а вы кричите. Ух ты, ух ты. Пошло вон. День 4. Скоро последний день. Обрезаем мы нашу дверь. Бабка, здорово. Ну что скажешь? Как тебе вообще, а? Я тут убегаю от тебя, ты не можешь меня арестовать. Ха-ха-ха. Вот ты лохушка. Чё? Ты что сказал? Внучок, иди сюда. Нет, не приду. Я тебя арестую, и твою семейку тоже. Нет, пошла в задницу, бабка. Ты ничего мне не сделаешь. Твою дивизию, куда он делся? Я его не вижу. А, да, у меня же глаза не видят. Ой, пойду посмотрю. Телевизор, что по новостям показывают? Может, меня показывают? Пойду посмотрю телек. Этот мучок сам придет ко мне. Так, ну да, я специально сниму сейчас на камеру все происходящее. И потом весь мир узнает, кто ты такая, бабка, понятно? Так что, сейчас я включу камеру, вот увидите. Чик. Экстренный репортаж. А бабушка полицейский. Она притворяется полицейским. И она хочет всех убить. Она меня тут держит. Спасите меня, пожалуйста. Я выкладу это, получается, в интернет, чтобы все узнали. Понятно, бабушка? А ты ничего не сделаешь. Ну чё? Ну-ка, выключи камеру, быстро! Быстро! Ты что, офигел, что ли? А я тебе расскажу сейчас! Полиция отключил камеру! Ах, внучок! Я тебя запру на один месяц! Ах ты, блин! Я полицейский, я настоящий полицейский! Неправда, ребята, не верьте! Она меня тут держит, она хочет меня тут держать всю вечность, пока я не умру! Нет! Вот, я сейчас ее усыплю, смотрите как! А, внучок! Тут что? Ну-ка, быстро убрал камеру! Отлично! Ну что, бабушка? Я ее сниму сблизи. Смотрите, какие у нее белоснежные зубы. Ладно, это я уже придираюсь. Извините. Но вы можете посмотреть вообще, как она выглядит. Вот, эта старая колдунья-пердунья пытается меня обмануть и держать тут заперти. Смотрите, она стоит как-то странно. Что с ней? Окей, не время шутить, давайте мы разрежем нашу дверь. А получается, разрежем дверь, и нам остается только мастер-кей. Добыть мастер-кей, но... А где его добыть, пока сложно сказать. А в этот исторический момент я сейчас делаю концовку. Концовку от полицейской бабки Грэнни, которая превратилась в полицейского, сожрала его плоть и надела его одежду и притворяется полицейским, хочет казаться крутым, но нет. Ну что ж, вы готовы увидеть концовку полицейского Грэнни? Грэнни стала полицейским и притворяется им. На счет 3. 1, 2, 3, вперед! Нет! О да, мы сбежали от полицейского. Смотрите, эта бабка ищет нас, но мы убежали. Ха! Мы сделали это! Блин, бабка, ты чё? Ох, конечно, это было жестко. Я вам показал, кто такой полицейский. Я думал, я призвал его. Оказывается, нет, ребята. Она сожрала его плоть. Она стала самой полицейской и притворялась им. Я думал, то, что она реально полицейский. Оказывается, нет. Оказывается, это оказалась бабка Грэнни. Ну,
Теперь мы убежали, теперь мы можем призывать отряд ОМОН, чтобы ворвались в этот дом и арестовали бабку на 10 лет. Все, с вами был я, Игорь Кадур, всем удачи, всем спасибо. Надеюсь, вам понравился этот мод. Пишите комментарии, какие моды еще мне пройти. Интересненькие, да? Да, все, всем удачи, всем добра, всем спасибо, всего вам хорошего. Поставьте лайк, нажмите на колокольчик, подпишитесь. Всем пока!